Привет всем бравым гардианам, с вами вновь Triple Vibe, и мы продолжаем рассказывать вам обо всех изменениях, которые появились в игре с патчем 2.0. И сегодня мы поговорим об оружии. В прошедшую среду, 9 сентября, стартовал ивент Arms Day. Это новое еженедельное обновление, за которым отныне мы будем следить каждую среду. В чем же суть ивента? Раз в неделю у Gunsmith в Тауэре будет появляться в продаже новое оружие. Правда, термин «продажа» тут условный, ведь Gunsmith отдаст их вам бесплатно. Оружие будет из разных классов и от разных производителей. На этой неделе он принес пульс-винтовку и снайперскую винтовку от производителя Хекке, снайперскую винтовку и фьюжн от Амалона и рокет-лаунчер от Суроса. Gunsmith дает вам это оружие как некие прототипы для тестирования. У каждого оружия в описании прописаны свои задания для этого теста. Некоторые нужно выполнять в PvP режимах, а некоторые в PvE. После выполнения задания вы получите очки репутации у Gunsmith. Чем выше уровень вашей репутации, тем больше вы в дальнейшем сможете купить у него специальных пакетов от разных производителей, которые появятся в продаже также в среду, и из которых вам будут выпадать уже легендарное оружие. Тестовое оружие, которое вы брали у Gunsmith, возвращать не нужно, и вы можете либо оставить его себе, либо разобрать. На нашем канале мы еженедельно будем рассказывать о том, что принес Gunsmith и какие задания нужно выполнить на той или иной пушке. И начнем мы прямо сейчас. Первый слот Gunsmith предложил пульс-винтовку Hecke Test A. Для ее прокачки вам необходимо убивать противников выстрелом в голову. Задание за несколько минут можно легко выполнить в патруле на земле. Там же в патруле можно выполнить задание и для снайперской винтовки Hecke. Для этого вам нужно сделать 10 двойных убийств. На карте броют несколько групп мобов, а потому выполнить это задание тоже не составит труда. Для ракетницы Сурос также нужно отправиться в патруль и убивать там желтых мобов, мажоров. Тут все просто, спускаемся во всем известный подвал в патруле на земле и выполняем задание. Всего нужно убить 10 мобов. А вот эффектное оружие от Амалона требует выполнения заданий в PvP. Из фьюжнки Амалон Тест FR1 и со снайперской винтовки RR1 нужно сделать по 10 убийств. Лично нам из всех предложенных производителей оружия на этой неделе понравился именно Амалон. И если фьюжн винтовки остаются довольно специфичным видом оружия, которое придется по душе далеко не любому гардиану, то вот снайперскую винтовку от Амалона лично я оставил во втором слоте и пользуюсь ей и после выполнения задания для Gunsmith. В завершении заметим, что если у вас есть три персонажа в игре, то лучше зарабатывать репутацию Gunsmith на всех трех, тем самым вы увеличите шанс дропа хороших стволов из пакетов. Ну а с вами был Джонни Лени с канала Triple Vibe. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, если все еще этого не сделали. А также напоминаю, что мы проводим веселые стримы на Твиче, где отвечаем на ваши вопросы и общаемся со зрителями. Ждем вас и там. Следите за анонсами в группе ВКонтакте. Пока!